Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Артур, еще раз привет. Привет, лакшери. Ой, дай себе фантик. Вера. Да не, вот хорошо. Вот еще. О, Матвея потом кидаю. Отлично. Всем привет. Ну что ты уважаешь? Диана, о, сильный. Бля, сейчас будет качонок качапа. Качеобразная здесь. Только попробуй. Мы в шейхе сидим. Я очень нравится. Он сам предложил эту идею. Мне еще там 40 рублей. Потому что это правда или действие. Да, мы играем правду или действие. Давайте о чем с Лерки. Лера, правда или действие? Да сейчас садись уже к нам. Что ты начинаешь? Ты серьезно хочешь свалить? Да. Хорошо. Давайте проголосуем. Кто за Матвея? В смысле, что? Мне все равно, он просто не красивый. Пусть сидит, но Матвей тогда ты не огрызаешься. Хуяч. Садись. Как нам было? Правда или действие, Лер? Ткач. Ткач умеет. Да хватит мне обзывать, алло. Я не хочу. Ну тогда не требуй с меня 40 рублей. Матвей. Я пойду с телефоном. А, ну ладно. Че пишешь? Ткачи неподобные. Ткачи неподобные? Вообще на тебя обиделась, Сеня. Почему меня обиделась? Потому что вообще тебе правда или действие. А, ну правда или действие? Че написали? Я не знаю, а кто почти кто тебе говорит? Скажи правду. Они. Правда. Только зачем мне требуется на деньги? Хорошо. Что, какие дальнейшие действия? Где развитие? Я тебе включу. Ну, я не переключаю. Что? Хуй, это Маша. Мне давайте мне тогда. Я да буду... Подожди, там зелененький Лере пишет правду. Зелененький. Я же зад, ты меня любишь. Чё сказал? Ты зад? Ну ладно. Я же знаю, ты меня любишь. Зелененький. Чё, зелененький не написал? Нет. Как вы думаете, кто из вас курочка? У нас здесь нет курочек. Что? Курочка? Курочка. Если это не как-то кинула курочка. Бургер, ты, конечно, что-то сказала. Мы просто, короче, играли в игру. Мы, короче, играли в игру, и она что-то на всякий... Давайте мне тогда уже... Давайте мне правду. Она, короче, что-то сказала... Там, короче, куск. И она называла, как называются люди, которые живут в куске. Что-то там такое слово, как они называются. Ты мастурбируешь? Нет. Крутые вопросы. Нет. Весь класс ржет. Давайте Дианке. Да, давайте мне. Правда или действие? Бургер такая. Правда. Лера, ты что сейчас сказала? Кто там? Курская такая. Да, именно Курская. Такая, ну да. Курская? Курва. А, прикинь, короче, мы играли тебе Машу, мы брила ноги. Да, она реально и брила ногу, понимаешь? Она так, а что она говорила там? Что-то прокричать или что? А где вопросы? Поделись трансляцией. Или, а, блин, ты зайдешь? Ты зайди через мой телефон. Ты сначала в Твиттере зайди. А я не знаю, у меня через Твиттер. Я не помню пароль. Что-то меня не несет сегодня. Ну. Да похуй. Ой, я не матерюсь. Артурчик, как дела? Вот смотри, тебе бы сказали прилагательное золотое. Какое бы ты существительное выбрала к нему? В области географии. В области географии? Да. Не знаю. Блин. Короче, есть какие-то достопримечательности, которые входят в золотое кольцо. А, ну да,
Да, и города такой Суздаль. Я не понял. Я Суздаль. Граммофон. Блин, почему они так заходят?